Работа с сервисом предельно проста. Начинаем. Нам предлагается набор шаблонов, с помощью которых мы можем создать художественное изображение из той фотографии, которую мы выберем для работы. Выбрали фотографию, выбираем шаблон, причем есть возможность поиграть с контрастом. Либо выбрать другой. И так до тех пор, пока это не устроит вас как вариант. Мы выбрали работу, сохраняем. Теперь можем открыть получившуюся фотографию, разместить ее в Фейсбуке, послать по почте, чирикнуть с помощью твиттера. Но можем этого не делать, а сразу перейти к сохранению получившегося изображения на свой компьютер. И вот работа у нас сохранена. Можем ее использовать в работе. Удачи!